эти противники. Знаешь, никогда не задумывался. Вот эти, да, да, вот как вот, смотри, вот мы с тобой здесь, вот нахуй, ближняя дистанция, да, смотри, вот мы с тобой, да? Вот я тебе лопал ключи, все, вот как ты меня будешь закручивать? Нет, вот вокруг меня, чтобы вот, что такое закручивать, да? Чтобы тебе принять так более удобное положение, да, в которое там можно еще пробивать, еще что-то делать, да? Как ты будешь меня так делать? Ну, как ты будешь крутить? Ну вот ходить за меня, видишь? Вот. Вот в том-то и дело. Видите, что произошло? Он отошел от меня чуть-чуть. То бишь, я перестал чувствовать его тело, мягко говоря. Посмотрите. Вот здесь, когда мы клинчуем с ним, да, вот я оп, беру, да, движение. Или он меня давить пытается. Вот он, дай, вот давишь на меня, давишь на меня, да. Я чуть-чуть оторвался от него. Он что начинает? Он начинает меня искать сразу. Правильно? Получая свободное пространство, плюс возможность ударить. Но когда я то же самое, производя клинч, вот плечико здесь, не даю себя ударить, да? Я не отрываюсь от него, я не убираю плечи, я зашагиваю ногами за его ногу. Вот этот момент, самое начало. Не оторвался и сюда пошел, а пытаюсь как бы, находясь с ним вместе, наклоняясь к нему, чувствую, что у него создается ощущение, что я никуда не делся, что я здесь, рядышком. Все, он доволен, он меня не ищет. Спокойно с ним стою, вот это движение ногой, бах, и я закрутился. Я уже раз, два, три сюда, уже, не отпуская его, главное. Когда вы собираетесь закрутиться за него, я не вот тут пытаюсь, чуть-чуть отпустил, все, он сразу, я ему даю возможность повернуться. Здесь даже больше возникает, что я клинчую его тело, я ногами зашел, я не даю ему развернуться. Вот в чем дело, понимаете? Я ему на самом деле просто не даю, держу, так, опа, опа, ногой сюда, да. Уже здесь. Логично? Получилось сейчас только что? Попробуй. Во. Видишь, он сразу забежал. Не отпускай, не отходя от него. Потом попробуйте. Все, поехали.